Так, думаю, вот и начинаем кормление котовна. На, возьми. Осторожно. Ну, другой схватил. Сейчас, может, пустим. А вот та кошечка, если подойдет, она будет бить. Сейчас я ей брошу. Бить начнет котов этих? Ага. Конечно, да. Это ага, вот она, эта кошка-артистка. Она не с этой группировки кошачьей. На тебе, еще не лезь. Сейчас с черным они сцепятся. Коты не драться. Коты не драться. Не драться, не драться, уже бросилась. Отойди, отойди отсюда. Девочка на мальчика. Отойди, это тоже делает. Мальчик. Это ты мальчик, это девочка. Это... О, ну давай, 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 давай. Покажи, что ты умеешь. Давай, давай, молодец. Сейчас немного выдрессировал котов. Ну. Да тоже пацан. Не, то вроде бы. Нет, то пацан. Ладно, значит, я не различаю уже. Я не различаю. А там вот рыжий пацан. Да, она увидит, что даю этому коту, она его будет лупить. Да, ага. Сиди сюда, она поешь, Матвей, пока. Пока она не видит. Ага, она не видела даже. Коты, вот. Кушайте, кушайте. Ну, осторожно, у меня один раз, я ей так корм давал. Смотри-ка, на лапы встала. На лапы встала, молодец, она прыгнула вверх. Отцарапала. А черный котик отошел. Так, это кот Матвей у нас. Ну. Так, мы позу приняли красивую, да? Для них сейчас будет драка. Тогда он уже уходит. Он знает, что будет бит. Будет битва. Ну давай на лапы, давай, да, на лапы, на лапы. Молодец. Талантливая, но любит драться. Костры, давай. Конкурент. Ну да, уши подрезаны. Я поначалу не понимал, чего уши подрезали. Не, ну я знаю. Алло, оп, не прыгать. Встать на лапы. Не хочет. Дам Матвею сейчас. Оп, встала. Молодец, поняла. Оп, стоим, держим. Молодец, стоим на лапках. Стоим на лапках. Ладно, на возьми. Все. Снимем кота Матвея на прощать. Котик так. Матвей. Песенку не будешь петь. Ну так, окрестили мы его. Матвей, привет. Матвей, Матвей. Ладно, ставим лайки и подписываемся на канал. Опс.